Всем привет! Многие спрашивали, когда будет новое видео, когда будет новое видео. Вот, снимаю. Просто у меня не было времени, поэтому я не снимала. Сегодня я вам покажу, как поживают мои улиточки. Еще у меня котка, извините. Начнем с этой. Кто не... Почему я котка именно когда я снимаю видео? Так, вот эта улитка, смотрите, вот такая вот она. Я заметила, что ей не нравятся условия, в которых она живет, вот, поэтому я ее хочу выпустить. Как бы, если бы у меня была только она бы жила бы, мне кажется, в идеальных условиях, но так у меня много улиточек, и я за всеми просто не успеваю следить. Кто новый на канале не знает, то эту улиточку мы нашли в амху. Когда она перебирала мох, чистила, там была вот эта улиточка, и я ее решила забрать, так как на улице еще было холодно. Сейчас на улице уже потеплело, и я ее хочу выпустить. Поэтому пошлите выпускать. Хотя давайте сначала покажу вам остальных улиток, и потом выпустить. И котка задолбала. У меня появилась такая классная идея. Ее вместе с контейнером можно вынести. Потом она сама вылезет и поползет куда захочет. Так, это улитки Анины. Ой, у них тут грязно. Когда мне придет уже эта и котка? Так, я ненавижу ее котку. Открываем. Это у меня тут аретики, у которых бардак. Я у них убирала 2 дня назад, делала генеральную уборку. У них тут уже, как вы видите, бардак. В принципе, я не удивлена. Сегодня буду убирать, какули. Все убирать, кормить буду. Но это уже будет в следующем видео. Так, ой, фулики, вот так. Почему она такая неактивная? Я не знаю, все условия нравятся. Вот это... Это только ест. Вот это ей же поесть. Все уже схамала. Все, что можно. Такая обжора, просто в шоке. Вот это обжора. Это ест мало. Блин, как-то жалко ее отпускать, но я понимаю, так у меня руки в мину. Но я понимаю, что на улице ей будет лучше. Так, я вышла на улицу в шлепанцах таких больших. Иду на огород. Я бы ее оставила, но просто понимаете, а хотим на такие условия, ей надо такие другие условия. То есть мне тяжело их в разных условиях содержать. Тут есть вот такое дерево, где мох. Я думаю, ей это дерево понравится. Я ее поклала сюда вот. А тут много муравьев. Но я уверена, что она жила с муравьями все-таки. Поклала листочки салата. Думаю, может сюда контейнер поставить. Сейчас думаю, как его так поставить, чтобы он не упал. И улитка вместе с ним. Ломаю вот эти вот штуки, чтобы поставить контейнер. Мне кажется, ей на улице будет лучше. Посмотрите, какое солнышко, птички поют. Красота. Офигеть, тут муравейник. Сюда я как-то не особо хочу отправлять. Тут вообще муравейник, посмотрите. Просто. Хожу такая с контейнером. Выгуливаю улиточку. Мне же надо хорошее место найти. Мне просто интересно, что будет, если я сделаю... Ладно, не буду их тревожить. Все. Они это так долго строили, я сейчас все разрушу. Нашла офигенское дерево, там и тенек. И просто, мне кажется, там реально... Так, это что? О, посмотрите. Мне кажется, ей туда реально понравится. О, просто идеально. Так, я сейчас принесу еще листочков, вот тут везде положу, чтоб кушала. Все. Как-то... Вот так. Как по мне, ей тут понравится. Тут-то вот можете видеть мох, она это все любит. Вот. Осталось только листочки принести. Нарву подорожников. Ну, это ей на первое время еда, потом она ее уже сама будет искать. Еще думаю, что все мелом посыплю. Тут-то есть у меня немножко листочков салата. Я немножечко оторву. Листочка 2. Ну, ладно. 4. Вот. Посмотрите, что я нашла. Мне когда-то умерла улитка одна. Вот, я не знаю из-за чего. И вот, ну, ее же надо выкинуть было. Мы ее выкинули. И она как-то оказалась тут. Я не знаю как, но она оказалась тут. Посмотрите, что с ней случилось. Жесть просто. Вот. Так. Как я хорошо помню, это просто дерево. Мы сюда залазили, у нас тут была халабуда, мы сделали даже вот такую штучку с моей подругой, лестничку. Вот, и залазили сюда, сидели. Так, сейчас покладем листочки ей. Я ей поклала в контейнер, и сейчас покладу еще вот так вот.
Так, сейчас я тут все сделаю красивенько. Так, в контейнер я кладу вот такие вот листочки. Так, вот она. А подорожники на дерево. Ну все, где-то через часика 3 посмотрим, вылезла она или нет. Вот. Или даже через 4, короче, приду вечером, посмотрю. Если она с контейнера не вылезла, то, наверное, заберу ее. А если вылезла, то пусть ползает, гуляет. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео. Надеюсь, контейнер не упадет. Все. Ухожу.